Если у вас есть сосед, который докучает вам по выходным сверлением стен, можете отомстить ему и по утрам выходных дней варить пиво. Шумовые эффекты примерно те же самые. Александр Клюев, проект «Первая варка», пивоварня «Биобрю». Сегодня мы варим экспериментальный сорт, будем делать без промывки, поэтому у нас очень будем затирать в два захода, в сумме 13 килограмм без малого. И вот как бы тут у нас солода, сейчас будем молоть, затирать, в общем, будет весело. Всем привет, это Гоша Грипс и проект «Первая варка». Сегодня мы с Сашей варили American Brown Ale. Варка была очень необычной еще и тем, что мы решили попробовать сделать сусло абсолютно без промывочной воды. Возможно, многие нас начнут критиковать, как так? Ну вот так вот мы решили. А почему? Потому что можем. Поэтому ругайте нас после того, как попробуете то, что у нас получится. А я думаю, что получится неплохо, потому что начальная плотность сусла вышла приемлемой, около 16%. В этом пиве должен получиться очень интересный баланс вкуса сусла и хмеля. Помимо того, что мы затирали солод в два этапа, эта варка ничем не отличается от тех, которые мы делали до этого, поэтому можете перейти по ссылке и посмотреть вот это видео, где подробно рассказывается поэтапно, как что делается при варке домашнего пива. А в этом ролике мы сделали такой небольшой лайфхак для домашних пивоваров, кто пользуется мельницами с ручкой, как ускорить процесс перемалывания. Лучший помощник пивовара – это дрель. Лайфхак для начинающих пивоваров. Для того, чтобы быстро смолоть, вам и пи***ц. До лампочки. Также хочу проанонсировать уже на следующей неделе, в следующие выходные нас ждет новый эксперимент. Мы попробуем сварить лагерь. Это был Гоша Грипс, проект «Первая варка». Подписывайтесь на наш канал YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, следите за нашим пивным творчеством. Всем удачи, пейте вкусно и в меру. Нормально, да. Ну расскажи, что мы сегодня сделать успели. Черти что, смотри. Не черти что. Давай еще думаю. Ну ты пиши, я обрежу потом, может быть. А может, не буду обрезать. В общем, сегодня мы сварили экспериментальный эль. Это American Brown Ale. Мы такой еще ни разу не варили. Че ты такое лицо сделал? Не, все правильно. Brown Ale, все. И варили по-новому, без промывочной воды.
Да, попробовали вот такой вот вариант, посмотрим, что получится. В финале вылили в бродильник на 16... В чем плотность там измерять? Процентов? Да, в российской шкале. Очень было 16 единиц. 16%. Все очень хорошо, надеюсь. Нам понравилось, вкусно. Сусло вкусно. Сусло вкусно. Да. Это были Саша Гендель. Гоша Грипс. Это были Саша Гендель. Гоша Грипс. И проект «Первая варка» пивоварни Биарбрю. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайк. Туда попасть. Вот туда. Туда. А у тебя получилось как будто вот так, да, ребята, все дизлайки. Я вот так вот сделал. Вот так сделал. Это ты что сейчас? Всем пока. Вкусно, Грей? Вкусно.